Да. Пойдем по дороге, его все видно. А потом не надо. Так боковым зрением, знаешь, Нет, так а вам сказал, на какую сейчас это выходить? Нет. Смотри, какая та самая схема. Ты можешь? У тебя какая разница? Вот, наверное. Не двух канадских. Не двух канадских. Нет, ну, меняешь пятая, вот не моя сама. Там есть возможность переключаться. Ну, вот у него есть возможность переключаться, но... Там не разбирал. Не пускаю, один начинает шевелиться, руки поднимает, поднялся, второй до сих пор. Это тихо поднялся. Говорю, вы что, не убитый? Не, какой-то был обиженный. Не, ну извини, если я с 12. У меня как раз бог, 15 метров тихо попадает. А, там типа шестерка, так как стреляли в затылок, но пуля как-то отвинула мозг и вышла между глаз. Помнишь, как Вася? Подходи, тут зачистили, держим какой-то периметр. Да, прям, не спасти. Нет. Ты дальше не идите. Там есть народ, который стреляет в эти самые. Я прям обходим. Если нет, я то... Я троих захерячил. Ну так прикольно, слышал, да, я говорю, играй в Рэмбо, если тебя трэмбит. А он там застрял его. Я прям направо. Да, направо. Летили? Тебя надо не забыть. Сейчас. Видос сделаю. Где вы там? Покажитесь, рубеж. Попробуем оставить.
15, квадрат, Л-15, Рус, посмотри, там наш конечный пункт. Тогда давай, не, прыгать в зеленку сразу, вот сюда. Они сразу сейчас у нас связи будут. Зеленку, потому что вы же заходили с той стороны. Нет, там сейчас наших 20. Мы просто не прыгнем отсюда никак, они сразу там уйдут. А нам надо уйти. Не, вы кушайте, он как бы крикнет. Где мы тогда? 16 у вас есть? Думал, обойдусь побыстро. Я понял. Ну, народ, спасибо всем за игру. Молодцы!